блокировать мостик. Командор, приготовление закончено. Курс проложен. Прыжок по вашей команде, сэр. Готов. Сэр, ваш ключ может активировать сверхсветовое перемещение. Есть. Ключ на старт. Капитан Ферренс Тигра вызывает командора. Соединяй. Капитан, Тигр совершит прыжок за пределы зоны боя. Подойдет возмездие, будем держать позицию и ждать ваших. Удачи. Отбой. Вперед, капитан. Прыжок. Даю сигнал. Старт через 3, 2, 1. Горит процессор, 3-й сектор. Статус? Точность положения 0,97. Целостность корпуса нарушена. Шансы есть, Крок? Я нас вытащу. Идет ровненько. Конец маневра. Вот через 3, 2, 1. Потушить пожар! Да, мэр. Есть лейтенант. Капитан, Тигр готов к поддержке воздуха. Сейчас, как капитан будет готов к высадке. Тигр ожидает сигнала, поспешим. Крок, бери управление. Есть, сэр. Лейтенант, капитан, пройдемте в арсенал. Отряд штаб-сержанта на колодезной палубе. Почему командует сержант Амар? Это совместная операция, Солт. Он старший десантник на борту. Он нарушил субординацию. Не принимай близко к сердцу. Мичман Гриф ожидает вас обоих в арсенале, капитан. Гриф? Лейтенант. Я прибрался тут как мог, пока ждал, когда пожалует капитан. Это все тот же я, Гриф. Кстати, о переменах. Выбирайте снаряжение, сэр. Это Волк, Гриф? Энергетическая. Только что получил схему и сразу распечатал. Серьезная пушка. Так в чем цель? Подкрепление в лунный порт. Тогда берите что-нибудь энергетическое, чтобы легко справиться с ботами СДФ. Еще есть разные модули к нему. Что-то интересует? Осталось выбрать снаряжение. Есть и добрые осколочные гранаты, но есть и штучки покруче. Ищейки, и все для взлома. И не подумаю. Задайте им жару, сэр, мы прикроем. Надо опережать их на шаг, Рейс. Все это совершенно не просто. Их больше, но мы умнее. Давно ли мы до такого дошли? Час назад. Внимание! На земном соединении прибыть на колодезную палубу. Командир? Предпочел бы остаться лейтенантом. Нет, сэр. Ты создан для этой роли, Рейс. Холдер пусть спит спокойно. Что в ангаре? Порядок. Работа кипит. Итан, ты отправишься с нами. Так точно, сэр. Капрал Брукс вас приказал. Капитан Рейс, лейтенант, понадобятся реактивные ранцы. Спасибо за заботу, капрал. Остынь, Солт. Да я как лёд. И чего эти ранцы, мэм? Чтобы прыгать и бегать по стенам. Для условий невесомости. Разве ты не знал, Итан? Знал, капитан. Но голос лейтенанта меня успокаивает. Все на борту, сэр. Лейтенант. Все в норме, Томас. Право один, слева, сзади. Штаб, сержант! Вот он, рядовой. Грузите. 18, сэр.
Плюс наши офицеры и этот парень. Зачем ты здесь, дрон? Приказ капитана, штаб-сержант. И я бот, а не дрон. Но неплохая попытка пошутить, сэр. Не сэргай мне, я простой солдат. Уймите бота, капитан, пока я его не вышвырнул. Я им не верю. Это не обязательно, штаб-сержант. Итан, хватит. Есть, сэр. Все вездеходы заняты. Не проблема, рядовой. Он постоит. Давай, Итан, держись крепче. Да, мэм. Грузимся. Отойди, робот. Внимание на экраны! Слушать, пока не поздно! Штаб-сержант! Противник окружил лунный перевалочный порт. Возмездие забросит им на помощь две группы. Альфа и Браво. Один и два. Главная задача — вернуть ЮНС-апорт. Ура! Ура! Надеть маски! Тигр главный, как слышите? Хорошо, готовы? Так точно. Мы под плотным огнем, сэр. Надо срочно входить. Открыть колодезную. Внимание, выходим. Мы готовы, пирог. Начинай! Выпускай! Альфа-банк хит! Браво на месте. Альфа-1 на месте. Пирог, уходи живо. Перехожу в режим ожидания. Терминал к северу от вас. Итан, мне не нужны твои координаты. Контакт! Браво! Он у меня! Браво, уходите справа! Видите, что добрые шутки! Альфа идет под огнем! Держись! Держись! Итан, ты как? Превосходно, сэр! Вы просто ас, сержант! Не лезь ко мне, Итан! Экипируемся и берем терминал! Загоним СДФ туда, откуда вылезли! Сектор отцеплен! Аварийный шлюз открыт! Вот и точка входа! Заходим! Вот и гравитация! Кислород есть! Здесь маски! На выход. Внимание, терминал изолирован. Немедленная эвакуация всего персонала. Расстреляли. Внимание. Зачем? В связи с чрезвычайной ситуацией терминал будет изолирован. СДФ пленных не берет. Внизу все перекрыто. Не пройти. Пойдем на второй. Сабля! Нас прижали! Конец терминала спокойствие и направляйтесь. Выдвигаемся. В ближайшей зоне эвакуации. Внизу! Убейте всех до единого! Прошу! Они стреляют в гражданских! Первый этаж! Остановка,
Капитан Рейс, у охотника подпичные щиты. Захватите один. И чем они хороши? Держат попадание бронебойного. Есть режим прозрачности. Ни хреново. Где мы, там победа. Наша сила в Люгер. Вытащим береговых из ловушки. Скар, вы первые. Дверь впереди. Давай, я помогу. Вот и зал С. Группа Сабля близко. Альфа береговым один. Мы уже на подходе. Контакт! Щиты! Подавляем и продвигаем. Спасибо. Наши люди как раз там. Врача! Наш отряд в ангаре вместе с вашими десантниками. Сзади теперь чисто. Выведите раненых. Все будет хорошо. Сюда! Противник на подходе! Вперед! Вперед! Идем. Прошу! СДФ на 12 часов! Бойцы, огонь! Идем на прорыв! Это скорость! Я в порядке. А ты? Лучше некуда. У земли будут проблемы, если мы не отобьем грузовой порт. Хватит ли двух флагманов для господства в воздухе? Нет, им понадобится поддержка авиации. Надо вооружить капитана. Где вы храните оружие? В арсенале, тут рядом. За мной! Браво, внимание! Альфа на северной стороне ангара. Какой статус? Идем к вам, главный. Встречаемся, где приказывали. Принято, отбой. Это наш арсенал. Берите все, что нужно. Спасибо, гвардеец. Дробовики и пулеметы. Самое то. Капитан, шоковые гранаты отлично идут против ботов. Только не подходите с ними ко мне. Еще есть терминал улучшения. Дробовик и пулемет. Берем оба, Рейс. Готов. Выдвигаемся. Открывай, боец. Это контратака на базу. Идем туда. Устроим им. Браво! Альфа уже идет. Держите!
Мы тут союзников нашли. Вижу право. Брук, Касима, остановку. Мы посмотрим огнем. Мы позади вас, спешим на помощь. Рад вас видеть. Вижу шакалы, как раз для нас. Открывай, кабаин. Есть, лейтенант. Разрешение на вылет есть? Так точно. Готовьте нас к вылету. Какая у вас задача? Проникнем на флагман СДФ и разберемся с ним. Наземный этап операции окончен, сержант. Скар, пора вылетать. Время показать, на что мы способны. Смелый план, капитан. Ребята, держитесь! Мы вас заберем! Давайте быстро в этот лифт! Есть. А у меня какая задача? Пойдешь с нами, Итан. Есть, сэр. Амар, ты Солтер. Итан, ты со мной. Это не учение, капитан. Зачем бот? Возьми бойца. Я уже выбрал напарника. Благодарю за доверие, сэр. Нам пора на взлет.